Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас покупочки и тестирование продукции Faberlic. Что я заказала на этот раз? Заказала вот такие вот зеленые масочки, кислородные. Масочки одинаковые, и сегодня одну мы будем тестировать, но чуть-чуть попозже. Дальше я взяла влажные салфетки с мицеллярной водой, кислородное дыхание для снятия макияжа. Салфеточки мы тоже сегодня протестируем. Ну и еще для снятия макияжа я взяла мицеллярную воду. Это вот новинка Биомика PH5. Ну, эту мицеллярную воду мы будем тестировать в другой раз. И также мицеллярный гель для умывания, тоже Биомика. Но в наборе это было дешевле, в общем-то, набором я взяла. Девочки, я цены не говорю, потому что цены есть на сайте. Можете заходить, там есть скидочки, какие акции, все вы там увидите. Ссылочку на сайт я оставлю внизу. А еще я взяла сыворотку питательную для всех типов волос. Я посмотрела на картинке, мне вот как показалось, так и правильно показалось, что это масляная такая, похожая на вот другое у меня было средство, но я решила попробовать Faberlic. Но это уже когда я буду мыть голову, тогда я протестирую, в общем-то, и вам скажу, вы еще увидите. Ну а сейчас я просто хочу открыть, показать вам, как это выглядит. Вот такой флакончик. И вот видно масло тут. Здесь просто открывается крышечка и вот такой вот носик. Ну, то, что оно масляное, я вижу. Просто какой будет результат уже на волосах, но это я уже увижу только на волосах. Салон написано, ну, вы видели. В общем, хочу протестировать тоже такую вещь, но в другой раз. Ну, а еще я запаслась опять-таки своей красочкой. Я уже вам говорила, красочкой пользуюсь Ботаника 10.0, липовый мед. Я уже несколько раз красила такой краской. В общем, на мне сейчас именно эта краска. И мне она нравится именно тем, что хорошо закрашивает седину, не смывается. Волосы прекрасно себя чувствуют после этой краски. И сейчас почему я запаслась, взяла две, потому что я увидела, что там сейчас хорошая скидка, идет хорошая акция. В общем-то, недорого получается, поэтому взяла уже запас. Дальше я взяла ампульный концентрат. Это масло, которое я добавляю в краску для волос. Ну, одно масло, это у нас идет для глубокого восстановления волос с маслом амлы. А другой ампульный концентрат, это для возрастных волос. Там еще есть другие ампульные концентраты, но вот эти оба я уже тестировала, на себе пробовала. Мне они понравились, и, в общем-то, я опять заказала те же самые, при том, что там акция, там берешь две по цене одного. Вообще там сейчас на сайте очень хорошие скидки предновогодние, как и во всех магазинах, хорошие акции. В общем-то, заходите, смотрите и выбирайте, что вам нравится. Дальше по уходу за волосами я взяла вот такую вот новиночку, шампунь и бальзам. Вот, например, шампунь двойное питание с аминокислотами. Здесь используется технология зимняя терапия. Вот и бальзам, и шампунь. Это как раз вот в зимний период у нас волосам не хватает какого-то питания. И вот это как раз вот для зимы. Но это я взяла на подарок. Покажу вам. И вот такой вот бальзам. Это я взяла на подарок своей любимой невестке. Для сына подарок у меня уже лежит.
прошлого раза. А еще я взяла для своей внучечки вот такой вот подарок. Это детский шампунь для девочки. Это вот кошечка нарисована. Ну, то, что я взяла для лица, я вам уже показала. А вот то, что я взяла уже не для лица, не для волос. Спрей защита обуви от влаги, грязи и реагентов. Это для гладкой кожи, замши, велюра, нубука, текстиля. Ну, вот как раз у меня сапоги, вот они типа нубука. Ну, в общем, кроссовки и многие другие, в общем, вещи, которые даже из текстиля я как раз выбирала, чтобы это не чисто для кожи было. Но для кожи там тоже есть уходовые такие средства. Ну, вот это вот я такое взяла. Будем защищать обувь. Ну и еще я взяла чистящее средство для духовок и плит, средство для чистки. Это вот такой гель, жидкое средство, ну как раз вот для стеклокерамики, для электрической плиты я взяла, чтобы мне было удобнее чистить не просто моющим средством, а вот этим. Ну и при том плитка, которая вокруг печки находится, тоже вот хорошо будет разъедать жир. Такое средство. А еще, девочки, на сайте большое разнообразие календарей. Есть календари-плакаты, есть квартальные, календари-настольные, маленькие есть, и вот такие, которые в кошелек можно положить. Но я взяла квартальный, потому что я люблю такие календари, вот такой. И мне понравилось то, что он еще вот с этой штучкой, которая передвигается. Ну, картинка там идет вот такая вот. Вот. И вот он идет вот такой вот величины календарь. Вот. Календарь начинается с декабря, поэтому можно его уже повесить на стену. Как раз я заменю уже старый календарь на новый. Ну и новый каталог, как же без него? Каталог я люблю листать и выбирать здесь новые заказики. Ну а сейчас, девочки, я хочу протестировать вот эту масочку. На картинке я видела, она такая зеленая, пенится. Я как-то тестировала масочку, которая пенится, но та была не зелененькая. А посмотрим, как вот эта масочка. Тоже вот я их взяла две, потому что две по цене одной. В общем-то, ну, по крайней мере, скидка хорошая, и почему бы не взять две, да? Ну, давайте сейчас ее протестируем. Подберем волосы. Ну, у меня на лице кроме крема ничего нет. Ну, вот это вот мицеллярные как раз влажные салфеточки. Мы сейчас заодно и попробуем. Вообще салфеточки это иногда вот удобно прямо, чтобы там не идти за жидкостью или даже в сумочку кинуть, если я там куда-то в поездку отправилась. А также такой салфеткой вот удобно как раз-таки перед уходом протереть лицо или даже когда масочку сняли, тоже нужно же там умыться, но иногда можно и салфеточкой обойтись. Зеленого цвета масочка вот такая. Не могу я их быстро раскрывать, эти маски. Время так долго раскрываю, хотя надо прям быстренько ее раскрыть. Они так сложены, мокренько. Ой, ну хорошо раскрылась. Зеркало не взяла, буду смотреться на вас вместо зеркала. Ну все, 15-20 минут держим, потом ее снимаем. Девочки, прошло уже 10 минут, маска пенится, я хочу вам показать. Вот прям пена такая кругом. Подержу еще минут 5 и буду снимать.
Девочки, я вам хочу показать номер этой масочки вот с обратной стороны. 0234. Я сейчас прочитала, как ей пользоваться. В общем, на чистое лицо на 10-15 минут. А потом надо масочку снять, вмассировать пузырьки в лицо, а потом уже смыть. Вот. Ну, время вышло, поэтому будем снимать. Ух! Такая она нежная, такая вот прямо пузырящаяся. Ну и чуть-чуть помассируем, чуть-чуть ее так вот. Увлажняющая такая хорошая масочка, приятная, нежная такая вот ее, кремообразная такая текстура, прям приятно на лице. Ну все, пошла я ее смывать. Девочки, смыла лицо. Такая нежная кожа, что даже мне не хочется кремом никаким мазаться пока. Вот, ну пока ничего не буду делать. Ну все, все покупочки я вам показала, что смогла, протестировала сегодня. На этом видео хочу свое закончить. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока.